Всем привет, меня зовут Владимир, и вы на канале Goldfish. Сегодня представлена форелевая катушка Haruna Mura Trout Aria FD2000. Катушка обладает агрессивным внешним видом, который необходим для рыбаков с высокими требованиями. Водонепроницаемый фрикцион с микрорегулировкой позволяет ловить рыбу максимальной точностью, даже с использованием небольших приманок, не теряя контроль над ними. Модельный ряд в размерах 30, 40, 50 и 60 позволяет широко использовать возможность данной катушки как для ловли легких спиннингов и также для морской ловли. Новая внешность катушки Haru придает ей визуальную и техническую агрессивность. Данная модель катушки была создана для опытных и требовательных рыбаков, которым необходима высокая производительность. Это характеристики, которые требуются каждому рыбаку при любых условиях ловли. Суперлегкая металлическая эргономичная ручка обеспечивает идеальный баланс катушки при извлечении улова. Алюминиевая шпуля оснащена насечками для оптимизации использования шнуров. Вес катушки 257 грамм. Емкость пули вмещает в себя 170 метров 0,19 лески. В комплект входит запасная пластиковая шпуля. Приобрести данную модель катушки вы можете, перейдя по ссылке под видео. И на этом я с вами прощаюсь и до встречи на канале Goldfish.